про телеканал «Звезда», да, это один из моих любимых каналов, честно вам признаюсь. Я иногда, когда душой устаю, я включаю телеканал «Звезда» и смотрю старые прекрасные фильмы про Великую Отечественную, ну, там в основном такие фильмы показывают. Я наслаждаюсь актерской игрой, прекрасной актерской школой, я наслаждаюсь операторской работой, картинкой, то есть вот все-таки сейчас, мне кажется, иначе снимают фильмы. Мне нравится, что есть телеканал, который ублажает мои ностальгические и патриотические чувства.